Дело вот в чем. Когда мы точно знаем о просящем человеке, точно знаем, что он действительно нуждается, это мы знаем точно. То есть для этого нужно знакомиться с человеком. И если мы ему не поможем, имея возможность, то мы согрешаем. Когда мы не знаем, более того, мы сплошь и рядом знаем, что очень много это и коммерция, и бизнес, и чего только нет на свете, и притворство, и так далее. Когда мы не знаем, то в данном случае нет никакого твердого правила, нет никакой твердой обязанности подавать каждому просящему. А здесь, в данном случае, скорее всего, то может быть так, в зависимости от нашего душевного состояния, душевного настроя. И так, и наоборот, может быть.